2018 год. Мы находимся на шлюзе в очень интересном месте. Это улица Плотинная. Здесь сейчас очень много складов, которые находятся на месте каких-то старых советских предприятий. Вот так все это выглядит. И здесь небольшой осколок прошлого. Доска показателей, где уже давно отлетели все барельефы, кроме вот такого одного. Барельеф Ленина Владимира Ильича. Вот так он одиноко выглядит. Остались буквы, доска показателей. Вот такое интересное место на улице Плотинная.